Раз. Всем привет. Меня зовут Иван. Я из Ленинградского компьютерного клуба. Я хотел бы рассказать вам о создании демо, которое вы сейчас видели. Ну, во-первых, что это за демо? Вот вы видите исполняемый файл 55 килобайт. Он пользуются только системными библиотеками, то есть никакие там нету Microsoft Visual Studio Redistributable, никаких библиотек там сторонних типа STL и прочих, только там WinAPI, только точки входа в драйверы, Vulkan там и прочее. Вот. Ну и, в общем, начнем, я думаю. Начнем с мотивов. Зачем мне это? Ну, потому что это сложно. Это хай-тек. Это движок рендера. Это много кода. Это сложная математика. Вот. Вторая причина. Ну, немного обидно за нас. У нас такое делали. Вот. Делали раньше. Последнее, что мне там удалось найти, я, правда, не особо искал, это российские демо 2017 года. Они представлялись на House Construction в том числе. Вот. А если мы сравним это с Demo Party Revision, который является основным Demo Party, на мой взгляд, в Европе, то там это мейнстрим. Вот давайте вот посмотрим, например. У меня тут открыто в закладках. Вот, например, текущего года требования к компу такого вот демо. Вот на чем он выполняется. В принципе, это топовое железо. Посмотрите, какая там видеокарта. И, в общем, что они говорят? Вот тебе хай-тек железо топовое, покажи, что ты можешь с ним сделать.
Вот. Вот пытаемся показать. Так, идем дальше. Еще немножко про состояние демо-сцены. Если вернуться к истокам, к 80-м годам, к зарождению демо, то что такое было демо? То, что было доступно массовому пользователю, это, в принципе, было современное железо в этой нише. Там те же Commodore, там Spectrum и прочее. Программисты тех времен показывали, вот я могу сделать на вот этом вот это, вытащить из достаточно современного на данный момент железа вот такие возможности. К чему мы пришли сейчас? Мы пришли к тому, что я могу сделать вот на железе 40-летней давности вот такие штуки. Ну да, здорово. Все, на этом провокация и наброс закончились. Дальше начнем конструктивно. Какие цели я ставил для себя? Во-первых, технические цели. Первое – это 64-разрядная программа, потому что демо, которые сейчас на том же ревижене пишут, представляют, это в основном 32-разрядная сборка. Почему так? Потому что у этого есть масса преимуществ. Например, меньше размер указателя, меньше размер выполняемого файла. Во-вторых, у PE-файлов, экзешников, DLL к винде, для 32 разрядов есть масса трюков, которые позволяют сделать размер меньше. В частности, там можно настраивать выравнивание секций, можно убирать паддинг из экзе-файла и прочее. Вот. В 64-разрядном экзешнике так не выйдет. Далее, следующая цель – 64 килобайта. Потому что это минимальный, скажем так, джентльменский размер для демо. Там дальше есть, конечно, интро, там 8К, 4К, но пока нет. Может быть, позже. Далее, графическая API – Vulkan. Почему Vulkan? Потому что OpenGL с 2017 года признан Legacy, он больше не развивается. Соответственно, вот если посмотреть, что какие альтернативы вообще есть, есть Direct3D, DirectX на винде, но он только на винде. Есть Metal, он только на маках. И Vulkan, и как бы все. Далее, я хотел писать на C++, не на ассемблере, потому что если пишешь сложный продукт, то ассемблер в какой-то момент не дает развивать его. Это сложный язык, на нем хорошо писать вставки, его можно читать. Вот, но писать на нем, там, вот как там пишут, я не помню, там Calibri OS или Minuet OS, это упороз. На выходе я хотел получить движок, который я мог использовать для чего-то еще, для следующих демо, для игр и так далее. Оглядываясь назад, все эти цели я достиг. Дальше, о чем я буду рассказывать? Как развивались события. Для того, чтобы написать демо, нам нужен движок. Нам нужно освещение, нужна физика. Нам нужно то, что мы будем показывать, история, нарратив. Нам нужна музыка. В общем, немножко пару слов о дальнейшем изложении. Я пойду по верхам, потому что инфы очень много. Некоторые разделы — это прям вот отдельные темы там, для гигантские, там есть сайты, которые изучают только это, например, освещение там, и прочее. Про Vulkan тоже буду рассказывать мало. В общем, даю обзорные сведения. Если что-то будет непонятно или что-то кого-то заинтересует, то все материалы будут доступны. Пожалуйста, потом у нас у всех есть Google и все знания мира в телефоне. Немножко про трехмерную графику. Что такое трехмерная графика с точки зрения математики и программиста? Это перемножение матриц между собой, перемножение матриц на вектора, перемножение векторов на матрицы. Зачем нужны матрицы? Это, мне кажется, в следующем слайде, да.
что из себя представляют вершины? Ну, все знают, что трехмерная графика — это про треугольники. Любой объект можно смоделировать там каким-то количеством треугольников. Вот, вершины треугольников называются вершины, по-английски vertex. У вершин есть основные какие атрибуты? Это координаты в мировом пространстве, цвет, UV-развертка текстуры и вспомогательные всякие производные — это нормали, тангенты, бетангенты и прочее. Это, эти штуки нужны для освещения. Вот. Соответственно, вот у нас есть вектор x, y, z. Это координаты, RGBA — цвет, UV — текстура, нормали — это вектор, тангенты — это вектор и так далее. Модель или меш — это, в принципе, не одно и то же, потому что модель — это, как правило, несколько мешей. Модели сейчас составные. Это просто набор вершин, массив такой. Чтобы сделать из виртуального представления модели в памяти проекцию на экран, нам надо перемножить несколько матриц. Об этом дальше. Всего матриц есть три. Матрица модели, матрица вида, матрица проекции. Перемножать их надо именно в таком порядке. Операция перемножения матрицы, она не транзитивна, то есть если поменять местами множители, получится мусор. Вот. Итак, что за матрицы? Матрица модели, матрица 4 на 4. Все вот эти матрицы 4 на 4. В ней зашиты координаты в мировом пространстве. И поза, поворот, там, эйлеровые углы или как угодно можно это представлять. В общем, она задает, где модель находится относительно там, нуля координат. Далее. Матрица вида, она нужна для того, чтобы пересчитать координаты модели из одной системы координат в другую. Из системы координат мира в систему координат камеры. Потому что нам надо сделать... проекцию от точки зрения камеры. Вот. Значит, сделали первое перемножение, и дальше нам надо сделать проекцию. Потом мы пока что только оттранслировали координаты, теперь нам надо 3D перевести в 2D. Собственно, это то, что, там, что учат все художники, проекции, там, изометрическая, ортогональная и прочее. Вот сделали три перемножения. Мы получили развертку на экран трехмерной модели, сцены. Дальше, сейчас, секундочку, как это все работает? Ну, думаю, многие здесь знают там, традиционные языки программирования, C, C++, там, что там еще, Python. Вот. Но с современными граф-ускорителями используются языки под названием шейдерные языки. Вот два основных шейдерных языка — это JLSL, OpenGL Shader Language, и HLSL. Это то же самое для DirectX. Синтаксис у них C-подобный. Там есть некоторые ограничения, некоторые расширения. Но в общем, в целом это C. В чем их особенность? У них вот, ну вот, грубо говоря, есть какой-нибудь цикл. Я сейчас покажу. Входим. Вот есть main без аргументов. И погнали считать всякие перемножения. Вот то, о чем я говорил, это у нас вершинный шейдер. Он как раз готовит данные для следующей стадии, о которой я расскажу, для фрагментного шейдера. Так вот, все вот эти операции, они, ну, представьте, что вот найдем какую-нибудь переменную, вот, например, MVP model, да, и вот GL position. Что такое GL position? Это переменная, которая говорит, где на экране находится пиксель там, трехмерной модели. Так вот, представьте, что этих GL position у нас одновременно, ну, грубо говоря, 1024 на 768. Перемножьте, там около миллиона выйдет. Так вот, вот эта программа main, она, если очень утрированно говорить, выполняется одновременно для миллиона значений. Вот. В этом особенность шейдерных языков. Куда-то мы уже уехали.
теперь о конвейере. Растеризация и рендер сцены, он происходит несколько этапов, которые называются конвейером, графическим конвейером. Два основных этапа традиционных — это вершинный шейдер и фрагментный шейдер. Вы сейчас видели код вершинного шейдера, который готовит данные для раскраски. Задача вершинного шейдера — это создать проекцию на двумерный экран. Задача фрагментного шейдера — раскрасить пиксели. В конвейере есть и другие этапы, сейчас покажу. Эта программа называется RenderDoc. Это основная программа для отладки трехмерной графики в Vulkan'е. Вот у нас конвейер, начиная с VTX. Я не знаю точно расшифровку каждой стадии, скажу своими словами. VTX — это извлечение данных вершин из памяти. Дальше VS — Vertex Shader, вершинный шейдер, вы сейчас его видели код. Дальше идет два шейдера, это стадии тесселяции, первая и вторая. Она не так часто используется, у нас она не используется. Дальше геометрический шейдер, дальше растеризатор. Растеризатор, собственно, он готовит данные для подачи в фрагментный шейдер уже на раскраску пикселей. Пиксели называются фрагменты. Фрагментный шейдер и запись во фрагментный буфер. Что такое CS, я не знаю. Вот конвейер, вкратце. Конвейер — это сложная штука. Там есть очень много всего для того, чтобы, ну, для оптимизации. Есть, ну вот, то, что надо знать всем, это отсечение вершин. Для того, чтобы не рендерить лишнее, мы можем там посчитать, что, например, вот эти вершины, они точно на экране не появятся. Почему они не появятся? Ну, например, потому что они слишком далеко. Тест по глубине, так называемый depth test. Далее, потому что, например, у нас картинка обрезается трафаретом. Вот, это тест трафарета, stencil test. Или вот, например, потому что мы не видим заднюю часть модели. Вот, представьте себе там просто куб, да? Вот мы видим там его переднюю грань и частично там боковую, может быть, верхнюю грань, но мы не видим заднюю грань, мы не видим вторую боковую грань. Как определить, что мы их, ну, что видно, что нет? По порядку вершин треугольники. То есть, грубо говоря, там, если мы примем такое соглашение, что мы рендерим треугольники по часовой стрелке, обходим вершины, то, соответственно, вот мы показываем только те вершины, которые ориентированы таким образом, и отбрасываем все остальное. Это дает заметную оптимизацию при рендере. В конвейере есть там смешивание цветов, есть, короче, много всего. Я не могу похвастаться, что я все это знаю. Далее, чем отличается программирование графики от, ну, от традиционного, скажем, просто системного программирования? Ну, во-первых, особенности языков шейдеров, параллельная обработка. Во-вторых, это то, что это, грубо говоря, отдельный компьютер, который сопряжен с основным процессором, шиной. Шина — это узкое место. Вот чем больше мы копируем памяти, чем больше нам надо загрузить данных в графический сопроцессор, тем все будет медленнее. То есть нам надо минимизировать копирование. Нам надо каким-то образом один раз загрузить все, что нужно. Игроки видят это в виде полоски загрузки уровня. Вот это как раз происходит копирование. Вот. И дальше нам, ну, поскольку это, как я сказал, это отдельный компьютер, нужно как-то узнать, что он там закончил операцию, или нужно ему сказать, что там давай рисуй. Это называется синхронизация. И как же нам это все написать? Нам, ну, я ставлю проблемы. Я не даю там каких-то суперсекретных ответов. Моя методика — это поставить проблемы и найти пути для их решения. Так вот, проблемы следующие. Как нам правильно нарезать классы, интерфейсы? Где что будет храниться? Какие данные где? В какой памяти? Как нам в эту память уместиться, кто будет что считать, потому что, например, ту же самую физику, там, движение, ее можно считать и на центральном процессоре, и в шейдерах, на графическом процессоре. Вот. Есть примеры движков, которые вообще ничего не считают на центральном процессоре. Вот. Все делается в
графическом процессоре, но, соответственно, там есть и свои ограничения. Вот. Ну и следующая проблема, вот, а откуда я знаю, что оно заработает где-то еще, кроме моего компьютера? Вот. Я, например, этот демо тестировал на порядка 20 разных компьютеров. Просил друзей, знакомых, они запускали, говорили, да, вот это вот работает, а здесь вот проблемы. Вот. Но у меня не было коммерческой цели. Представьте себе, как тестируется современная игра. То есть она мало того, что там на PC, например, должна выйти, а вот она может выйти там на приставках, приставки разные. То есть это большая проблема на самом деле. Немного про Vulkan. Да, потому что OpenGL больше нету, хотя на нем еще пишут, и его инерция такова, что он еще очень долго будет в ходу. На нем много написано. Это все является зависимостью чего-то. Кто-то уже на эти библиотеки заложился, и, соответственно, инерция набрана, он будет жить. Vulkan API разработал тот же самый консорциум, который разработал OpenGL, OpenCL, OpenML и прочие вот эти все Open. Это Chronos Group. Он кроссплатформенный. Отличие от OpenGL в том, что он очень быстрый, но за это есть цена. Он очень громоздкий, и чтобы на нем нарисовать один треугольник, надо больше 1000 строк кода. Далее про Vulkan. В нем есть два основных понятия. Это проход рендера и конвейер. Почему так? Почему сразу не рендерить там все без каких-то проходов рендера там сразу? Ну, причина есть. Причина это называется мобильные телефоны. Поскольку он кроссплатформенный, а значит он должен работать на смартфонах. А у смартфонов достаточно специфическая аппаратура, так называемая тайловая графика. И они просто не могут без отдельных проходов рендера, например, отрендерить в текстуру. Вот, а текстуры нам нужны. Например, если мы делаем динамическое освещение, там какие-то декали рисуем, которые мы используем как промежуточные данные, то нам надо рендерить текстуры. Вот на смартфонах так не выйдет. Поэтому раз на смартфонах так не выйдет, то вот все давайте использовать проходы рендера. Что такое проход рендера? В чем его суть? Суть в том, что после прохода рендера у нас получается на выходе текстура, картинка. Просто какой-то массив в памяти, который мы можем читать. То есть во время прохода рендера туда можно только писать. Прочесть оттуда нельзя. Вот. В проходе есть более мелкие строительные блоки под названием конвейеры. Не путать с вот этим вот конвейером, который я сейчас показывал. Есть определенная путаница в терминах. Это термин Vulkan. Там тоже есть плюсы и минусы. Вот ты не можешь создать один конвейер и там менять его настройки в момент выполнения. Тебе, вот если ты, например, хочешь чертить в один момент проволочную модель без заливки граней, а в другой момент заливать эти грани, там, текстурировать, тебе нужно два конвейера. Переключить на лито не получится. Это очень негибко, но как уверяет Chronos Group, как считает NVIDIA, это позволяет компилятору языка GLSL применить кучу оптимизации. Да, кстати, по поводу еще одного отличия Vulkan и OpenGL. В OpenGL шейдеры компилируются во время выполнения. В Vulkan шейдеры компилируются в момент сборки в язык, в байткод под названием SPIR5. Ну, это дает какая-то. В общем, там есть два плюса. Первый это уменьшение времени выполнения, потому что уже откомпилировано все в байткод. И второе, ну, таким образом можно защищать свою интеллектуальную собственность, потому что это можно декомпилировать, но надо приложить усилия. Скрытие исходников. Что у нас есть? Ну, я рассказал сейчас про проход рендера. Что у нас есть, собственно, в конвейере? За что он отвечает? Конвейер — это вот те шейдера, те стадии, вот эти.
вот каждый вот этот кубик, ему назначается шейдер. Соответственно, конвейер агрегирует эти шейдеры и запускает данные по ним. На вход подаются атрибуты вершин, на вход подаются вершины индексные буфера. Вот, в конвейере настраиваются тесты глубины, шаблона, ориентации, прозрачности, привязки ресурсов и там, константы время связывания выполнения. То, что вот, настройки один раз задал и уже нельзя больше поменять, это я сказал. Сейчас покажу, как это выглядит. Ну вот они, конвейера в исходниках. Я рассказал упрощенно, как это создается, но вот можете посмотреть. Настройка одного конвейера — это 400 строк кода. Сколько всего что? Я не мерил, но вот каждый файл, каждые два файла — это один конвейер. Все они используются. У нас получается здесь раз, два. Нет, не все используются, я соврал. Здесь производная есть конвейера. Но об этом будет дальше, о структуре проходов. Ну, грубо говоря, у нас здесь 4 прохода рендера и в основном 6 конвейеров. Вот. Короче, это громоздкая вещь. Но на самом деле на PC-шке проходы рендера не нужны. То есть я уже после того, как демо написал, я нашел проект тоже на Вулкане, и там чувак, он нашел, как сделать без конвейеров. Но это правда, для этого надо использовать вот такое вот расширение, называется VK Kronos Dynamic Rendering. И есть соответствующая статья, вот ссылка на нее. Он все сделал достаточно грамотно и хороший движок. Кому интересно, скачайте потом это все и посмотрите. Я, наверное, тоже на это перейду позже, когда изучу это. Теперь про нарезку интерфейсов. Ну вот я рассказал, что от нас требует Вулкан. Ну вот давайте вот и запилим. У нас будет там класс Engine, движок, у него будет набор, массив проходов рендера, и в каждом массиве прохода рендера будет там интерфейс конвейера. Что будет, собственно, в... следующее, что мы будем рендерить? Модели. Я рассказал, что это не одно и то же. Модель — это несколько мешей, они составные. А зачем? А затем, во-первых, для разрушаемости, во-вторых, для скелетной анимации. То есть, вот, грубо говоря, человек — это там вот у него есть руки, ноги, голова, торс, они соединены проволочками. И это несколько мешей в одной модели. Что есть у модели? У нее есть координаты, где она находится в мировом пространстве. Есть ориентация или поза, как она повернута, потому что есть там вверх, вниз, справа, лево. Есть текстуры, что мы натянем на нее. Есть материалы. Что такое материалы? Ну, текстура тоже входит в материал. Это параметры, как оно будет там блестеть, мерцать, будет прозрачным, будет частично прозрачным и прочее, будет зеркальным. Далее параметры физики. Куда и с какой скоростью, ускорением оно летит. Как оно при этом вращается. И есть таймлайны. Это линия времени, как меняются параметры движения там, на таких-то временных отсечках. Далее, отвлечемся. Ну, придется рассказать о привязках. Что такое привязка? Ну, в общем, нам надо как-то подать, я уже говорил, скопировать данные там из памяти хоста, памяти там нашего основного компьютера, в память графического процессора. Для этого в шейдерных языках используются привязки. Вот так это выглядит в исходниках на GLSL. Вот мы здесь видим, что у нас есть, например, привязка с номером 1 — это некий сэмплер.
Сэмплер — это такая штука, это дескриптор, который позволяет натянуть текстуру туда, куда нам надо. Вот. Есть так называемый uniform буфер. Uniform буфер, ну, грубо говоря, можно считать, что это просто память, которую видна, мы скопировали в эту память на графическом ускорителе какие-то данные, и вот она видна для шейдера. Сейчас покажу в исходниках. Вот. Ну вот оно. Вот у нас есть те самые три матрицы, модель, видовая и матрица проекция. Есть данные по освещению. Это привязки. Привязки настраиваются в проходах рендера и в конвейерах вулкана. Там куча вот такого вот кода, очень скучного, где мы настраиваем только привязки. Ну, короче, писать на вулкане — это капец, это очень нудно. Но зато оно типа должно быстро работать. Вот мы тут настраиваем. Привязка у нас настраивается в целых трех местах. Надо создать пул дескрипторов, надо создать их, как это сказать, лейаут размещения взаимное, надо создать собственный набор дескрипторов. Короче, ужас. Вот. Далее про текстуры. Текстуры — это не только текстуры. Я уже об этом тоже упоминал. Кроме, собственно, натягивания текстуры на нашу проволочную модель, это нужно для освещения. Это карты освещения, карты нормалей, карты высот. Также нам нужны текстуры для создания теней, так называемые shadow maps, карты теней. И, собственно, то, что мы получаем на экране, это тоже текстура. Просто потом эту текстуру мы подаем на видеовыход. Далее, вот я показал привязки, да, показал буфера. Что мы будем передавать в них? Ну, во-первых, нужно передать сами модели, данные модели. Это вершины, наборы вершин и наборы индексов вершин. Индексы нужны для того, потому что модели, вот себе представьте куб, да, у него там есть сколько у нас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вершин. Если это разбить на треугольники, то каждая вершина будет использоваться тремя треугольниками. Для того, чтобы не дублировать данные вот этих треугольников, рендерят по индексам, то есть запихивают сокращенную пачку вершин, и дальше индексы... типа, давай вот отрендери мне 0, вершины с индексами 0, 1, 2, дальше 0, 0, 2, 3. Вот отрисовали квадрат. Все данные меша модели нам надо тоже загнать в память. Это координаты, позы. То же самое для камеры. Если камера у нас движется, а она движется. Она в этом плане ничем не отличается от движущиеся модели, у нее тоже там есть траектории, соответственно, тоже есть матрица, которую надо множить. Далее надо передать вспомогательные вещи, которые лучше считать на центральном процессоре. Там, например, инвертированная матрица модели, вот ее один раз посчитал, отправил буфер, и это быстрее, чем считать ее в вершинном шейдере. Далее карты нормали, карты освещения. Это тоже мы один раз загоняем, поскольку это свойство моделей, то тоже нужно их отправить в память графического процессора. Данные материалов и данные светильников. Где находятся, куда светят, с какой интенсивностью, какого цвета и прочее. Ну и, собственно, сложности. Повторяю, я ставлю проблемы, у меня есть на них свои ответы, у Unreal есть свои ответы, у всех разработчиков тоже. Вот. Нужно понять, где мы что храним, в какой памяти. И в какой памяти там на хосте, в какой нужно ли это копировать и как часто в графическую память. Ну так вот, буфера с вершинами и индексами можно скопировать один раз.
они уже после этого, по идее, не нужны на хосте. То есть это данные инициализации. Эти данные статичны, а динамичны только матрицы модели. То есть вот куда она переместилась, как она повернулась, мы будем копировать только матрицы. Эти данные нужно обновлять каждый кадр. И они должны быть и там, если мы считаем физику на центральном процессоре, а я считаю физику на центральном процессоре пока что. Далее, данные светильников, если они неподвижны, то можно их один раз загрузить в графическую память и все. Если движутся, то, соответственно, тоже надо данные обновлять. Вот. Вкратце так. Далее. Ну вот, демо маленькое, да, там 55 килобайт. Откуда взять то, что там происходит на экране? А это сгенерировать можно. Собственно, почему мне это интересно? Личный мотив. Меня интересует симуляция. Симуляция всего. Вот есть теория. Сейчас, секундочку. Я открыл статьи на Википедии. Предел Бремермана и предел Бекенштейна. Физики посчитали, что сколько может храниться информации в каком-то объеме максимально. И с какой скоростью, ну какой можно самый быстрый вычислитель создать. Ответы вот здесь. Есть ограничения. А меня интересует, а можем ли мы эти пределы достичь. Я прекрасно знаю, что мы упремся в энергию, потому что чем больше вычислений, тем больше энергии требуется. Но тем не менее, давайте попытаемся приблизиться. Так вот, возвращаемся к генерации. Весь наш мир устроен на процедурной генерации. Если мы вот начнем с конца, например, L-системы. Вся растительность, все деревья – это L-системы. Был такой или есть такой биолог Линденмайер. Он открыл закономерности, как растут деревья, когда они начинают ветвиться. А демомейкеры, математики это начали использовать. И получается, что мы можем растить виртуальные деревья. Движок Unreal Engine проделал колоссальную работу, подобрав коэффициенты для этих L-систем, для клеточных автоматов. И там можно генерировать целые миры там, по щелчку. Да, это вычислительно дорого, но вы посмотрите последние их демо. Вот. Что еще у нас есть? Евклидова классика, но это понятно, это мы все изучали по геометрии. Ландшафты генерируются градиентными шумами. Что такое градиентный шум? Это комбинация шума и интерполяции. То есть мы, например, создаем карту высот, это матрица, грубо говоря. Ну, давайте представим матрицу 10 на 10. Вот. Мы берем и в четных ячейках, там вторая, четвертая, там шестая, восьмая, и по вертикали, и по горизонтали ставим вообще случайное значение. А в нечетных мы делаем интерполяцию. И получаются вот ландшафты вот такие. Для того, чтобы сгенерировать текстуры и часть растительности типа папоротников, можно использовать фракталы. Вот, у меня этого не используется, но будет использоваться. Диаграммы Воронова используются для текстур. Короче, там интересная математика. Вот, например, западные демщики, они все это используют. Там Фарбрауш, группы Алькатрас, у них все это есть. По поводу случайности. Мы все знаем функцию RAND из libc. Она большая, она не подходит. А вот в процессорах Intel, там, ну, AMD, соответственно, x64 архитектура есть, ассемблерная инструкция, называется RDRAND. За одну инструкцию мы можем получить случайное число. Это очень экономно. Как это работает аппаратно? Они сэмплируют шумы с резистора, у которого один конец подвешен в воздухе. Ну, это очень утрированное представление, но тем не менее, там происходят случайные процессы, они подаются на аналогово-цифровой преобразователь, и мы получаем случайное число. Итак, что у нас заюзано? Сейчас попробую найти картинку.
Ну, вот этот ландшафт, случайные холмы, это шум Перлина, градиентный шум. Надписи – это кубы, Евклид. Город вдалеке – это просто квадраты, они даже не объемные. Огоньки – это тоже квадраты. Ну, башня Лахта-центра – это тело вращения, Евклид. Пристроечка рядом – это очень наивный многоугольник с очень наивной тесселяцией, замощением. Вот это все генерируется, никаких, ни в каких ресурсах это не хранится. Сейчас покажу код. И, собственно, так делают все демщики. Ресурсы никто в маленьких демках не хранит. Все генерируешь математикой. Вот, например, шум Перлина. Вот, пожалуйста, статьи, откуда я это все попячил. А вот математика. Не очень много кода. Вот эти самые октавы – это второй и третий проход интерполяции. Видите, примитивно все очень. Вот. Вот здание. В комментариях описан принцип, как нарисовать вот такое вот тело вращения. Можно представить себе два циркуля. Один очерчивает основание, он ориентирован сверху вниз, игла покоится на земле. Второй циркуль ориентирован в бок, и он очерчивает боковые стены. Кода тоже немного, больше комментариев. Мы просто генерируем вершины здесь. Вот пристроечка, здесь вообще ничего сложного. Так, ладно, я показал, как это делается. Дальше что у нас? Да, ландшафт же надо придать ему движение. Я не генерирую бесконечный ландшафт. Я сгенерировал две половинки, состыковал их, ну, ограниченного размера. Ну, давайте считать, там, например, 400 на 400 ячеек. Состыковал их края, чтобы они гладко, бесшовно стыковались. И дальше у нас вот камера движется в каком-то направлении. И как только она достигла там переднего края одной половинки, и она стала, эта половинка, невидима, мы ее берем, подсовываем вперед. И, ну, поскольку по тесту глубины мы видим только, грубо говоря, там какое-то ограниченное пространство, мы не видим этого, не видим то, что у нас впереди что-то появилось. На этом же, ну, на тесте глубины основан эффект, когда у нас буквы появляются из ниоткуда. То есть они-то там есть, они рендерятся. Вот. Я дальше покажу в конвейере, как это происходит. Они рендерятся, но просто мы их не видим, потому что тест глубины их отсекает. И они внезапно из ниоткуда, оп, и показались. Небо. Надо сначала объяснить, что такое Skybox. Skybox – это древнее изобретение. Для того, чтобы показать некое большое пространство, нам надо, грубо говоря, 6… Ну, нам нужен куб. Куб, у которого есть вверх, вниз, вперед, назад, влево, вправо. И мы можем на нем… Вот, сейчас покажу. Ну вот, например, Skybox, вот он. Это все просто 6 картинок, которые натянуты на куб особым образом. Вот. Вот они. Обычные JPG-шки. Так вот, возвращаясь к демо. Вот эта картинка, да, у нас тут есть градиент атмосферы. Вот его видно, ну, может быть, не очень хорошо, но видно, что небо более светлое внизу у горизонта. Есть звезды.
Мне понадобилось два скайбокса, чтобы достичь эффекта градиента. Здесь, к сожалению, не очень хорошо видно на этом проекторе. Вот. Но все же. При этом вы, возможно, заметили, что звезды у нас как бы крутятся, то есть ну, они закатываются туда, у нас за спину. Вот. Градиент же при этом неподвижен. Для того, чтобы этого достичь, нужно два скайбокса, соответственно, два конвейера для скайбокса. У одного есть параллакс, это звезды, у второго параллакса нет, это градиент. Сейчас попробую показать на конвейере. Возвращаемся к программе RenderDoc. Ну, раз уж мы здесь, вот он наш графический конвейер. Вот у нас четыре прохода. Первый проход. Проход только глубины. Здесь мы строим карту теней, потому что буквы вот эти, там есть затенение. Следующий проход, основной проход, это проход цвета. Здесь мы рисуем все. Все, что у нас есть, все модели, там, буквы и прочее. И дальше два прохода постобработки. Тут мы применяем эффект под названием Bloom. Bloom или сияние, или свечение, не знаю, как лучше перевести. И также тут применяется HDR, высокий динамический диапазон, тоже позже о нем расскажу. Так вот, вернемся в основной конвейер. Вот. И посмотрим, как у нас рендерятся скайбоксы. Это уже отрендерилось у нас ландшафт, и начались рендериться эти здания. Вот, собственно, ландшафт. Тоже очень плохо видно, потому что вообще сцена, она изначально очень темная. Она потом вытягивается как раз этим самым HDR, так чтобы что-то было видно. Вот. Ну, тут, короче, надо накручивать резкость, яркость, контраст, наверное, чтобы увидеть. Итак, вот у нас вот этот кадр, это чертится Skybox. Сейчас, секундочку. Не могу найти. Ну да ладно. Вот эта картинка, она состоит из шести слоев. Вверх-вниз, лево-право, вперед-назад. Вот. Следующий Skybox, вот он. Это градиент, тут опять же плохо видно. Так, возвращаемся. В настройках конвейеров есть смешивание для того, чтобы этот градиент вообще был заметен. Вот, если, ну, если не настроить настройки прозрачности альфа-смешивания, то просто одна картинка затрет другую поверх. Вот. Соответственно, смешивание включено по маске, чтобы градиент был виден только в нижней части. Так, это я уже рассказал. Теперь про освещение. Ну вот мы отрендерили это, сделали проекцию двухмерную, и теперь нам надо это все разукрасить. Как это сделать? Есть много моделей освещения. Самая примитивная, ну не самая примитивная, но которая все еще работает в 2024 году, это освещение по фонгу. Ранее там были освещения по Гуру, там еще какие-то. Ну, это все осталось на PlayStation 1. Вот. Освещение по фонгу до сих пор применяется в реал-таймовом освещении, затенении. Это как раз та огромная тема, о которой я уже упомянул. Вот есть сайт, он большой. Есть перевод на Хабре, цикл статей. Там, где разбирается математика, разбираются принципы. Следующие, как бы, по сложности модели освещения, это набор алгоритмов с аббревиатурой
PBR, физически достоверное освещение. Некоторые из этих алгоритмов можно делать в реал-тайме. Это следующий этап. Я пока до этого не дошел. Вот. Но я знаю, где посмотреть. Далее, что касается освещения, нам нужно понимать, какие вообще бывают источники света. Их есть три вида. Это бесконечно удаленные, направленные, когда мы можем представить, что все лучи падают под неким углом на плоскость, там, на Землю, но эти лучи параллельные. Это Солнце. Оно, как правило, одно на сцене. Вот. Ну, если мы там рендерим Землю, грубо говоря. Далее, точечный источник освещения. Это, например, вот любая лампа здесь в этом зале, люстра. Это точечный, то есть лучи исходят из одной точки во всех направлениях радиально. И следующий тип источника света – это прожектор, узкий луч. В демо используется направленный, мы видим там подсветку башни, например. Вот, она направлена, свет направлен откуда-то из-за зданий, из-за горизонта. И узкий луч освещает, вот здесь видно часть слова «ready», она чуть более светлая. Это освещает прожектор, который совмещен с камерой. Тени. Используется карта теней. Это не единственный алгоритм для создания теней, но он самый такой ходовой. У него есть свои ограничения. И также он ресурсоемкий очень. Далее, что есть в движке? В демо это не применяется, но, как я сказал, я хотел сделать движок, я его сделал. У него больше возможностей, чем использовано в демо. Это для освещения можно использовать карты нормалей, диффузные карты блеска, кубические карты теней. В движке тип рендеринга прямой, потому что есть еще отложенный, которым сейчас все пользуются. Отложенный я скоро сделаю, как руки дойдут. Что еще? У нас уже остается очень мало времени, поэтому я и не рассчитывал, что все успею рассказать, потому что инфы очень много, так что сейчас придется очень быстро. Шрифты. Рендеринг TrueType шрифтов – это сложно, и сам я это делать не собираюсь, потому что это скучно, поэтому я нашел вот такую библиотеку, название на экране. Вообще библиотеки вот от этого человека, Шона Барретта, очень грамотно написаны, они header-only, они легковесные, они предназначены как раз-таки для 3D-графики и для того, чтобы все это работало экономно. Вот. Одна из библиотек, STB TrueType, может сделать то, что мне надо. Я сказал, что нету ресурсов, не используются, ну, не залинковано никак ресурсы внутри экзешника. Я ошибся, используются. Там, правда, есть шрифт, потому что я могу использовать шрифты, которые уже есть в винде, но они мне не понравились. Я нашел какой-то шрифт, я взял его, я его занес в Linux, запустил вот такую программу, превратил его в XML, выдрал только нужные мне литеры, скомпилировал назад, и там получилось что-то около 3 килобайт шрифт. Это меня устраивает. Постобработка. Вообще, поскольку это мои первые шаги, это мой учебный проект, по сути, я до этого 3D-графикой не занимался, и у меня это и так все заняло 7 месяцев, но я не успел сделать там, чтобы все переливалось, и там было залито неоном и прочее. Картинка визуально бедная, как на мой взгляд. Я решил это все залить блумом. Это было модно лет 10 назад, во время, Deus Ex Mankind Divided, там это все этим баловались. Я нашел, как это делается, это просто гауссовые фильтры, но для этого надо навернуть два прохода рендера дополнительных. И это здорово сажает нам выходной фреймрейт, но зато там попутно у нас практически бесплатно получается высокий динамический диапазон HDR. Так, конвейер я уже показывал, пропускаю. Что важно при, когда ты строишь вот этот весь конвейер, очень важно порядок обработки, что зачем делается, потому что, можно затереть то, что ты там уже нарисовал чем-то, может неправильно работать тест глубины и прочее, и прочее.
Еще одна сложность – это согласование рендерпасов по настройкам там, уровня детализации, сэмплинга. В общем, там есть нюансы, я в них пока не до конца разобрался. Ну, к примеру, если на выходе там, одного рендерпаса у нас нету мэппинга, то а на входе он нужен, то это надо все строить. Далее, сайз-кодинг. Ну, вот такой у меня был размер изначально, 700 килобайт. Я путем кучи ухищрений ужал это до 167 килобайт и потом накрыл пакером, вышло 55 килобайт. Вот примерно, что дало какой эффект при уменьшении размера. То есть, чем меньше зависимости библиотек, тем на этом мы получаем основной выигрыш. Чисто опциями сборки компилятора я выиграл 15%. И еще там, порезав функционал в движке, подключав макросами, получил еще треть. Пропускаю, потому что мало времени. MS-DOS Stub. Есть такая штука. Ну, в общем, не буду вдаваться. Пакер мне подарил, по сути, эту оптимизацию. Важная штука – системная библиотека. Ну, вы знаете, есть там статическая компоновка, динамическая. Если делаем динамическую, нам надо либо с собой тащить MSVC Redist, либо линковаться, либо брать импорт из, откуда-то из потрохов WinDir. Вот что нам надо. Ну, в общем, сделав анализ, я нашел библиотеки, из которых я действительно что-то беру. Вот их 4 штуки. И потом оказалось, что они есть в системном каталоге. Ну, большая часть того, что мне надо, есть вот здесь. Путем кое-каких ухищрений мне удалось с ними слинковаться и таким образом ничего с собой не тащить. Пропускаем. Вот. Кому интересно, почти полные исходники библиотеки C есть вот по такому адресу, по такому пути в Microsoft Visual Studio. Обычно делают, ну, обычно, вот вы знаете все функцию main, но выполнение начинается не с нее. До нее есть системный пролог под названием CRT0. Это еще идет как раз из наших любимых ретро-времен, со времен Unix'а. Вот. Там есть много лишнего кода, который нужен, там конструкторы всяческие. Вот просто поубирав их, можно много выиграть. Я написал свой пролог системный, еще выиграл в размере. Исключение C++ — это очень затратная по памяти, ну, по размеру штука, и в современных компиляторах Microsoft их удалить полностью нельзя. Есть секция, которую никак не удалить средствами компилятора, называется PIDATA. В ней лежит код раскрутки исключений. Это можно сделать постобработкой, например, программы CFF Explorer, но она уже тоже устарела на 10 лет. В итоге мне это не понадобилось. Дальше, упаковщик. Какой взять упаковщик? Демо-сцена пользуется Кринклером, Кранчи, это от демо-группы Farbrush. Они оба не подходят, потому что поддерживают только 32-разрядные. А поскольку я поставил себе планку на 64 разряда, то мне ничего не подходит. UPX всем известный, вот он мне дал 69 киловайт. Но я нашел такой упаковщик Squishy. Опять же, там по Wetnet, вот он мне дал такой размер. У него закрытые исходники, но он делает то, что надо. Музыка. Музыка — это все программный синтез. Я нашел, ну, все, опять же, на демо-сцене пользуются готовыми движками. Обычно это Forkland, демо-группа Alcatraz. Вот описан принцип, пропускаю. Они генерируют исходник на ассемблере. Все вертится вокруг инструкции умножения, деления с плавающей точкой. Там есть 2 массива байт. Короче, это все получается обычно около килобайта кода. Он опять же для 32 разрядов. Окей, есть его порт на 64 разряда от одного финна демомейкера Veiko Sariola. Вот исходник. Он очень надежный, работает хорошо. Никаких сюрпризов нету. Все сделал, что мне надо. Как писать музыку, я объяснить не могу. Я просто ее написал. Сюжет.
Питер – это город художников, артистов, вы лучше мне скажете. Я помню только два из четырех основных сюжетов. Это герой идет на подвиги, герой возвращается домой. Ну, а если честно, то я этот сюжет подсмотрел в ролике на Ютубе, что мы куда-то там летим и чего-то там ждем. Вот. Спецэффекты, ну, в основном рассказал. У нас есть тут альфа-блендинг. В конце, когда у нас начинает что-то твориться с пространством, мы просто меняем угол зрения камеры. Проявление зеленых букв здесь не очень хорошо было видно. Опять же, ну, это надо смотреть на нотики. Вот. Ну, вообще, видео, которое на Ютубе есть, это не очень хорошо там оцифровали. Есть параллакс небосвода, есть эффект Блума. Теперь вот в итоге, какие у меня зависимости, какие библиотеки я использовал. GLM. Все знают эту библиотеку, кто пишет на OpenGL. Это математика. Header Only библиотека, то, соответственно, берется только тот код, который ты реально используешь. Vulkan. Точки входа в API Vulkan, в DLL. Это очень дешево по размеру. STB. Шрифты. ETL. Это замена STL. STL тоже все знают. Я использую все вот там вектора, там что там еще надо, словари, мапы там и прочее. ETL расшифровывается как Embedded Template Library. Embedded значит для встройки, значит экономная. Далее сырой WinAPI и совсем чуть-чуть липцы. Все. Спасибо за внимание. Модели я делал силой мысли, ну, прямо в исходниках. Да, пожалуйста. Конечно, думал, это следующий этап. Видите ли, это мой хобби-проект, и у меня не очень много на это времени. Вот. А все в планах, все объять не могу, это все очень интересно. Это все когда-то будет. Еще есть вопросы? Еще раз. Компа, эту работу показывали вчера на компа. Да. Еще, пожалуйста. Еще раз. Авторы демо для ПК. Ну, не очень понимаю, что вы имеете в виду. Ну вот это как раз то самое, о чем можно говорить очень долго. Я думаю, что несколько факторов. Первое – это коммерция. Как я сказал, это хай-тек. Ну, демо-мейкеры все, они где они могут трудоустроиться? В геймдеве. Геймдев – это штука достаточно нестабильная. Вот. Они просто отдают туда все свои силы. Вот. Второе – даже не знаю. Мне самому странно. Но, насколько я знаю, на Западе есть деньги. Там вертятся деньги рекламщиков в демо-сцене. И, соответственно, мне известно, что часть работ финансируется в том числе рекламщиками. То есть они делают это не просто так. Это одна из версий, я не настаиваю на ней. У нас же есть ли что-то такое, я не знаю. То есть не только энтузиазм движет, а также и финансы. Да, пожалуйста. Да, конечно. Здравствуйте, я организатор фестиваля «Мультиматограф», на котором была представлена эта демо и заняла призовое место, но автора не было, и награда всегда находит своего героя. И я рад наконец-то передать Ивану диплом. Спасибо. И вот такая линейка, сувенирная линейка, умеет мерять 8 бит в 16 бит. Единственное, что она не умеет, это измерять нормальное измерение. То есть это сувенир от нас. Спасибо вам за работу и надеюсь от вас следующих работ. Я подавал эту работу на мультиматограф, и я внимательно смотрел все ваши записи. Вот. Ну, там просто их было очень много. Я, короче, не докрутил до него просто. Вот так вот. Так, ну если нету вопроса, да, пожалуйста. Нет, они вкомпилированы в бинар. Каким образом?
Сейчас покажу. Это просто массив. Секундочку, извините. Ну, не могу найти конкретно шрифт, но вот вообще... А, вот он. Вот так, вот шрифт. Внешним средством. Внешним средством называется XD программа, это утилита из Unix. А в Unix, кстати, можно это сделать просто средствами линкера. Он позволяет делать вот такие блобы, он прям вот такие массивы создает. Так, я не знаю, есть ли еще после этого... Подряд нету, но тогда как бы время есть, пожалуйста, задавайте еще вопросы. По поводу ZIP-а. Нет, экономии не будет, потому что уже есть пакер. Если вы возьмете ZIP и упакуете его RAR-ом, то вы не думайте, что вы получите дополнительный выигрыш по размеру, потому что есть у нас теория информации, есть там коды Хаффмана и есть предел энтропии, ну то есть насколько вообще поток информации можно сжать. Здесь, насколько я понимаю, Packer Squishy, он использует что-то вроде алгоритма LZMA2, вот, он же используется там в Unix утилита XZ, вот, самый такой ходовой алгоритм сейчас архивации, он долго жмет, долго сжимает, но дает наибольший выигрыш. Еще вопросы? Ну тогда все. Всем спасибо за внимание. Да, просят повторить ролик, давайте. Я, кстати, рассказывал про движок, что ну, разработка пошла вперед. Вот перед тем, как показать ролик, раз время есть, покажу немножко. Вот, собственно, движок. Здесь у меня не очень мощная видеокарта, хотя и NVIDIA. Вот у нас есть затенение, есть генерация здесь эвклидовых фигур, текстурирование. Кстати, пол в клеточку, он сгенерирован, это не текстура, не готовая. Сейчас посмотрим повнимательнее на тени. Это то самое освещение по фонгу. Не знаю, правда, какое освещение используется в Unreal. Думаю, что не по фонгу, хотя там он широко конфигурируемый. Вот эти вот отблески, сила отблесков регулируется системой материалов. Вот, например, сейчас покажу текстурированную комнату. Та же самая комната с обоями на стенах. Еще один вариант. Другие материалы. Другое расположение света. Ну, Skybox вы уже видели. Я показываю ролик по просьбе. Thank you.
пошло не так, то тут важна синхронизация, мы ее сейчас потеряли. Вот. Ну, думаю, все на этом. Спасибо.